Вы часто задаете мне вопрос, какие хорошие дела я могу сделать. К сожалению, всем ответить не могу, поэтому я решил снять видео, в котором я делаю 7 простых добрых дел, которые вы с легкостью сможете повторить и получить от этого несказанное удовольствие. Здрасте. Так, а сколько стоит? Вот это 200 рублей, это 300 рублей. 300, ага. Это 120-700 граммовые огурцы. Ага. Щавелек 100 рублей. Щавелек, да? Да. Капуста 50, это огурчики 100. Ага, ага. А вы это сами делали прям, да, все? Да, все сами делали. Ага, здорово. Слушайте, давайте я возьму все. Все возьму, да. Сколько стоит будет это все? Ну так давайте считать. Ну давайте посчитаем, да. 1100, да? Да. Ага, хорошо. А вот это что? Это я купил мясо. А, это ваше, да? Да. Я понял. Ну ладно тогда, что? Тогда возьмем делов-то. Ну все хорошее, да, прям? Не, все отлично. Ага. Да. Вы так каждый день продаете, да? Да нет, ну... Ну что, я вот пенсионер, блядь, инвалидности нет, а цены на лекарства. Ага. Ну то есть все деньги, получается, вы на лекарства, получается, потратите, да? Да. Угу. Я, потому что в том месяце брал, было 500 рублей мое лекарство. Угу. Мне надо 3 пакета на, на это. Понятно. Сейчас пришел 750. Ну понятно, да. Где мне их взять? Угу. Ага. Мне продавать надо было недели две. Недели две продавать, да? Да. Понятно. Все, спасибо. Пожалуйста. Угу. Целые у нас 2 пакета получилось еды. Что с ними делать, я пока не знаю, но я думаю, мы разберемся. В любом случае, кому-нибудь отдадим, кто нуждается. Там и капустка есть, и огурчики, поэтому погнали. В этом году у меня родилась идея снять новое шоу, в котором я исполняю заветную мечту подписчика. Поэтому, ребят, если у вас есть какая-то мечта, обязательно напишите об этом в комментариях, и, возможно, именно вашу мечту я исполню. Неважно, что это может быть компьютер, может быть помощь вашим родителям, неважно, где вы живете. Главное, ребят, что вы это очень сильно хотите, и, возможно, именно вашу мечту я и смогу исполнить. Простите, это вы вот себе лекарства только на месяц взяли? Нет, месяца на 2. А сколько получилось, эти все лекарства стоили? На 6 тысяч. 6 тысяч? Извините, я обратил, что у вас много очень лекарств. Можете вот взять денежку? Ой, да не надо. Ну, пожалуйста. Да ну что? Нет. Ну, возьмите, возьмите. Да, хватит меня. Я прошу вас. Возьмите, спасибо. Возьмите. С Рождеством тебя, братишка. На, с Рождеством. Стой, этикетку-то отдай, подожди. Подожди секундочку. Иди, стой. Этикетку-то отдай. Ну, ешь с этикеткой тогда, ладно. Здрасте. А скажите, пожалуйста, что продаете, что у вас есть? Это черника с грибы, капуста, слива. Это вы все сами делали прямо? Конечно. Ничего себе. Все домашнее. Все свое. Возьму. Пожалуй, возьму все. Не вредно, это тут все свое. Все натуральное, да? Ну конечно. Для себя делаю. Понятно, для понятно. Себя. Сколько получается? 1150. Понял вас. Это для себя, это не то, что колык такой. Ага. То есть лучше, чем в магазинах, да? Конечно. Я думаю, что да. Ага. Ну, спасибо. Все, спасибо. Что, у нас второй пакет с какими-то продуктами. Вот, надо думать, что с ними делать. Какой считаете самый вкусный? Ага. С мясом? С мясом? С рыбой есть птица. Ну, наверное, лучше с мясом, да? Вы как считаете? Давайте птицу. Но только нам этого мало будет. Давайте еще китикет вот тот зеленый. Ну все, да. Этого мне хватит на дня 2. Сейчас я вам покажу лайфхак, как подкатить кискам. Погнали. Мы никого не видим, но...
Надо глубоко вдохнуть и сделать вот так. Первая киска. Используем второй лайфхак. Вторая киска. Третья киска. Нужно больше кисок. Да, конечно, да. Тут же с мясом. Вон, еще плюс один. Ты с каким будешь? С телятиной или с птицей? Ты уж определись, пожалуйста. Понял, с телятиной хорошо. Не ори на меня, что ты орешь-то на меня? Будет тебе с птицей, там будет со всей хурмой тебе. Смотри, не боятся абсолютно. Ну, киски меня любят, поэтому... Так, смотрим, они не будут драться? Так, давайте сюда тогда. С каждого. Чу. Давай. Вот так. Вот, иди сюда. Да вот, кушай. Давай, кушай. Это называется праздник кошачьего живота. Еще одна. Такая, ребята, вы что жрете вообще? Откуда это у вас? Не знаю, сколько у вас осталось жизни, но сегодняшний день, я думаю, один из ваших лучших. Поэтому, ребят, наслаждайтесь. Блин, а с мясом-то, в принципе, неплохо. Ребят, я наконец-то приехал в очень страшное место. И сейчас почищу чью-то машину. Скорее всего, это автомобиль какой-то женщины, потому что автомобиль небольшой. И выглядит достаточно стрёмно. Поэтому стрёмный автомобиль бывает только женский. Поэтому давайте сделаем приятно этой женщине. И надеюсь, из окна в меня ничего не полетит. Поэтому сделаем все очень быстро. А вам помочь чем-нибудь? А чем мне помочь? А чем вам надо помочь? Ну, смотря что вам нужно. А мне ничего не нужно. Ничего не нужно? Да. А как это? А так. Ну, баночки-то у вас есть, значит, баночки и картонки вам нужны. Ну, это уже мое дело. Ну, вдруг вы хотите, чтобы мы вам... Ничего мне не хочу. Ну, ладно, что вы сразу? Да хватит, я снимаю. Что вы снимаете? Да мы не снимаем, мы просто светим. Вдруг вам не видно, куда идти. Иногда помощь оказывается и не нужна, поэтому... Отошли от машины! Из окна. Если честно, если бы я увидел, как мне кто-то чистит автомобиль, я бы не обрадовался. Надеюсь, за эту ночь не выпадет снег. Здрасте. Проходите. Спрашивают разрешение, можно ли пройти. А все потому, что у меня щетка в руках. Слушай, ну я думаю нормально, я думаю хорошо. Я думаю явно лучше, чем было, поэтому... Лайкосик, пожалуйста. Вы выбираете, да. Можно мне грибочки? Грибочки. Пожалуйста. Нищие. Дальше. Кому еще грибы? Я не помню. Пожалуйста. Огурцы. Кому? Кто хочет? Лёгкие. Выпейте, пожалуйста. Чая нету, есть капуста. Кваша. Можно зверобой, дядя? Давайте. Зверобой нужен? Нет. Варенье слива. Слушай, ну ты сын. Спасибо. Заваривай. Тогда грибы. Грибочки. Ну вот грибочки. Грибочки, отлично, да? Так, вот это вот, свекла, скорее всего. Свекла нормально? Сладкого нет. Ничего. Сладкого есть. Вот, черника. Это у меня тогда все. Да, свекла сюда. Это я вас возьму. Да. Забудьте ждать. Тоже черника. Капуста еще есть. Капуста, кстати. Ребят, тоже. Вы подойдете или нет, Ириш? Вместе с этим как раз. Еще вот огурчики что остались. Ага. Ну все. Все. Спасибо. Тогда. Да нет, за что. Дай Бог вам здоровья. Всего доброго. Пока-пока. Берегите себя только. Хорошо. Что, там, всякое такое. Хорошо. Молодец, Саша. Обязательно. Хочешь телефон свой номер тебе оставить? Да, давай. Нравилось многие твои видео, я там подписывался сейчас. Молодец, спасибо, что ты за Валеру, а там дальше вот.
Ну что, ребят, вчера я сделал много хороших дел, и сегодня я хочу сделать одно хорошее дело для себя. Я сейчас помою тачку, а вы обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что дальше будет просто бомба. И оставайтесь вместе со мной.